Стояли в Перми, тут раз форточку открыли, увидели ласточку. В общем, кому-то может это и норм. А мы, дикари, впервые такое видим своими глазами. Кресты. Сколько тут вагонов? Раз, два, три, четыре. Немного. Пять. Пять, да? Хорошо, пусть будет пять. Ну такое. По таким дорогам все равно быстро она не носится, наверное. Вздыхаем, молодой человек. Как тебе путешествие? Нормально. Не устал? Все круто? Да, все хорошо. Ну, я так... не молодой, мне 23. 23? Это хорошо. Кушаешь мало? Ну, все круто? Все круто. Тут неинтересно дальше. Не на что смотреть. Только